Всем привет, дорогие друзья, с вами Рам 96, и я начинаю, не знаю, новый цикл прохождений по картам Майнкрафт. Так вот, это первая карта. Так, ну, давайте прочитаем, что здесь можно, что делать нельзя здесь. Так, играть на мирно. Так, мирно, все правильно. Так, ничего не разрушай. Так, бери предметы только из сундука. Чекпоинт. Разрешено использовать рычаги. Кнопки, видимо. Так. Карта называется Wool Cube. Автор Бисквитон. Надеюсь, я правильно прочитал его ник. Так, уровень 1. Что тут у нас? Дерево. Деревянная дверь. Как мне туда забраться? Ну, сначала что-то просто. Сначала переработаем дерево, а потом не знаю. А я не знал про это. Случайно так получилось. Так, это, видимо, чекпоинт. Да, это чекпоинт. Так. Что у нас здесь есть? Так, это уровень 2. Запускаю вагонетку и... синего блока, понятно. Не работает, забери, попробуй снова. Так. Что это у нас? Ножная плита, красная пыль. Чё-то... Что тут? Часы. Так, я не могу спать. Так, нам нужно делать вагонетку. Верстак. Нужен верстак. У нас нет дерева. Может, здесь деньги. Все знают, почему-то любят достаточно прятать. Так. Подожди. О! Так. Сделаем вагонетку. Красная пыль, ножная плита. Чё-то мне так кажется, что это из этого. Так, но ведь туда ехать не надо. Ставим вагонетку, смотрим, что должно произойти. А, все понятно. Все, я теперь понял, чего редстоун ножная плита. Нужно для того, чтобы сделать нажимные рельсы. Кажется, да, так они крафтятся. И все, все просто здесь. Ставим снова вагонетку. Ждем. Сейчас сюда приедет вагонетка. Давай, давай. Вот. Да. Но это достаточно такая интересная была задача. Чекпоинт. Тут лава полилась. Паркур. Чё, нет? Так и было задумано? Эпик. Я реально напугался. Так. Это что? Это чекпоинт, наверное. Пускай будет открыто. Чекпоинт, вот он. Так, а что нам здесь надо делать? Часы. Нет, еще день. Так. Уровень 4. Там у нас чекпоинт. И здесь у нас что? И что это? А, я, кажется, где-то видел баг такой, что типа... Так, нет. Я не помню, как он делается. О! Что-то получилось. Я, правда, не понял, как это у меня получилось, но... Вот. То есть, как-то если прыгнуть, когда над тобой стоит блок, то можно провалиться сквозь блок, который стоит внизу. Вот, я слышал про этот баг. Вот у меня случайно он получился.
на нормале. Так. Что у нас идет? Яблочек. Возьмем опять яблочек. Так, куда бы пойти? Я хочу сюда. Яблочки. Я ненавижу кактусы. Так, я не представляю, куда идти. А! Ай! Блин. А, вот, видимо, нам туда надо, да? Потому что там вроде вода уходит куда-то. А, нет, вон нам туда надо, видимо. Я понял. До меня дошло. А! Фух. Ну, можно... Так, теперь переключаемся на мирно. Так. Так. Ну все. Чекпоинт. А что здесь такое? Уровень. А знаете, что я подумал? Я, пожалуйста, сейчас приостановлю запись и продолжу, когда наступит ночь. Ладно. Итак, вот, мы продолжаем, уже почти что ночь. И пока я ждал, вот что я заметил. У лавы появились звуки. Я это, честно, заметил только что. До этого я не слышал, да и обычно в Майнкрафт я играл без звука. Так, уже можно поспать? Еще нет. Так. Много странных звуки. Так, вот, видимо, ночь уже. Да, все. Так, вот мы поспали. Теперь можем начать прыгать. Так. Ай! А, капец. Едим яблоко. Фух, оно вроде регенить не должно. Это, блин. Как я мог зафейлить так? Это эпично. Здесь забрались. Так, ну вот, все, справились. Уровень 7. Ведро. А, ну тут, видимо, с помощью ведра нужно делать воздушный карман или как его правильно называть. Ну, в общем, это вот так вот выглядит. Вот. Так, нет, сюда нельзя. Так. Так, я думаю, стоит взять с собой... Ой. Думаю, стоит взять с собой ведро воды, на всякий случай. Assassin's Creed. Что-то я немного не понимаю, о чем. А, тут, видимо, нужно упасть и не двигаться. Ну ладно, доверимся автору. Фух. Ладно, это было страшно, честно. Так, ныряем. У тебя есть ведро с водой. И что? Ну да. Ну да, у меня есть ведро с водой. Хотя воду можно было и не брать. Так, видимо, нам попасть нужно куда-то туда. Но мы этого сделать не можем. И что же делать? Так. Ведро с водой. О! Ну да, это было логично вполне. Не могу что-то я попасть. Так, ну, давай. Так, ну вот, мы выбрались. И что это? Несколько путей. Ой, да что ж такое? Так, я... Ну да,
как я собирался, все-таки придется пойти по центральному. Так, спускаемся. Так, лабиринт. Ненавижу лабиринты. А, ну ладно, здесь как-нибудь пройдем его быстренько. Не сюда. О, сундучок, алмазик. Ну ладно, ну что, не зря пошли. Ради алмаза стоило. Так. Ненавижу лабиринты. Чувствую, это затянется. Так. Я вышел в начало. Круто. Так, ну ладно, пойдем. Пойдем этим путем. Снова сундук. Ай. Никогда не любил такого рода испытания. А, сколько путей-то, дорог всяких. Ну и здесь сундук сейчас будет. Нет. О! Кажется, вышли. Так. Каждый охотник желает знать. А, ну это должно быть легко. Каждый охотник. Где желтый? Желает знать. Где зеленый? Так, знать. Где сидит так, вот, и последний казан. О, все открылось. Так, левел 11. Так, что же у нас здесь будет? Сюда. Спасибо. Нет, только не говори, что мне поэтому надо будет прыгать. Ай-яй-яй-яй. Ой. Эх, это было жестоко. О, какие-то лаги вдруг начались. Ладно, я приостановлю запись, когда... Окажусь на том месте, где я погиб, я снова врублю запись. Итак, мы продолжаем. Мне пришлось немного читерить, точнее даже не читерить, а нарушить правила, потому что ведра воды у меня уже с собой не было, я никак не мог добраться до этого места. Так что, ну ладно, я здесь уже, и мы можем продолжить. А, ну что такое, почему он не разогнался? Ну все. Хотя, у нас сейчас же писфул стоит. Может, и выживем. Да, но это жестоко. Главный герой уже отказывается бежать. Так. Аккуратненько так проходим. Я уже боюсь зафейлить. Так, фух.
Ну, прыгаем сюда. И что тут? The End. Торт. Спасибо за игру. Да, это была крутая карта. Всем спасибо за просмотр. Хотя нет, еще не все. Нужно как бы поставить оценку этой карте. Думаю, по 10-бальной шкале я поставил этой карте 10. Это офигительная карта. Она не слишком долго. Не слишком долгая. Не слишком утомляющая. Но при том достаточно сложная. И интересная для прохождения. Так что этой карте наивысшая оценка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.